Всем приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И поздравляю вас всех с новым 2023 годом. Будем надеяться, что годом счастья, мира и радости. А сегодня у нас Виареджо именно в Италии, только в нашем городе, в 12 часов дня. Нырок в море, типа моментально в море. То есть сначала попили, поели, а сегодня у нас в 12 часов дня в Виареджо начинается такой вот нырок, заплыв в море. Только-только в нашем городе, дорогие мои. То есть, если вы там немножко выпили, у вас сразу наступает отрезвление. Вот уже некоторые готовятся. Мы с Винченцо только в этот раз наблюдаем. Смотрим, отрезвление начинается сразу. Вот уже пошли. Сколько в этом году будет человек, не знаю, но народ собирается. Сейчас на улице у нас весна. Это не Новый год, это настоящая весна. Сегодня плюс 17 градусов, а на солнышке вообще плюс 20. Так что нырять вполне можно. Погода супер, солнце светит. Дождик закончился уже вчера, так что Новый год идет вперед с солнечным настроением. Вообще, конечно, хотелось бы сказать, что в Италии много спортивных людей. Вот уже видно, что с утра пораньше некоторые на велосипедах отправились кататься. Кто-то уже бегает по утрам после застолья такого обильного в новогоднего. Ну и, конечно, те, которые вот собрались здесь на площади Мадзини, город наш Виареджо, которые собрались в заплыв идти. В этом году они собрались сами по себе. То есть в прошлых годах, это уже давно такая традиция Виареджо есть, организовано было и телевидение, и выдавали шапочки каждому. В этом году, в общем, те, которые уже в других годах участвовали в заплывах, эти шапочки надели и в этом году. А те, которые в этом году начали это дело, конечно, уже остались без шапочек. Ну, в общем, вот такая у нас сегодня заваруха с утра пораньше. Жара, дорогие мои, плюс 18 градусов, но на солнце все плюс 20. Как раз именно такая погода, которая для заплыва самое оно. Потому что в других годах, конечно, было прохладно, даже до нуля. Иногда было и минус один, но все равно они в заплыв уходили. В этом году, конечно, повезло. Повезло не только им, но и нам. Потому что до вчерашнего дня еще был дождик. Ну вот эта группа тоже мне понравилась, сделали фотографии. То они паровозиком собрались, то в этот... кружок. В общем, такие все веселые. Сегодня первый день нового 2023 года. Конечно, настроение у всех очень даже хорошее. Ну а здесь уже некоторые не ждут заплыва, который начинается именно в полдень, в 12 часов дня. Уже некоторые купаются сами по себе. Ну, те, которые дожидаются 12 часов и хотят коллективно заплыть, уже начинают приготовление. Раздеваются, надевают всякие костюмы свои купальные. Ну, и а некоторые уже, вот как я говорила, уже купаются. Там один прям вообще морж такой, он хорошо заплыл и купался, но много времени он там в воде плавал. Ну, в общем, так вот делюсь с вами такими впечатлениями. Ну, как вы видите, даже те, которые не плавают, уже многие разделись, сняли курточки и ходят уже так без курточек. Море сегодня тоже довольно-таки спокойное, но обмелело. Как вы видите, совсем мелко, по щиколотку. Поэтому для того, чтобы окунуться, нужно быстренько туда прям упасть в море, потому что совсем-совсем не глубокое в этот раз, сегодня именно море, потому что каждый день оно меняет свою глубину. Ну, в общем, делюсь с вами такое впечатление. Впечатление, конечно, радостное, потому что это заводит. Ну, мы с Винченцо в этом году лень нам. Ну, в общем, такой вот ленивый Новый год. Вчера так и не пошли на дискотеку, из окна смотрели салют. А сегодня стала лень окунаться вместе со всеми. Хотя
Один из тех, которые окунались, сказали, что в мае месяце вода холоднее, чем сегодня. То есть сегодня нормальная вода, теплая, довольно-таки. Вот я показываю, сколько у нас градусов. Но на другом градуснике, который мы приезжали на аптеке, было плюс 19 написано. В общем, жара, жара. Может быть, не лето, но весна это... Ну, хотя, как скажут все, этот декабрь у нас везде теплый довольно-таки. И в России тоже сейчас передают плюс 5, плюс 4 градуса. Я имею в виду центральную Россию. Но мы продолжаем наблюдать за теми, кто раздевается. Вот эта девочка одета в красный цвет, потому что, как я уже говорила, в Италии красный цвет на Новый год приносит удачу. Но надевают они уже, начинают его от Рождества, чтобы побольше удачи было. Уж если надевать. Мы с Винченцем вчера тоже в красном были, тоже нам удача нужна, как и всем, собственно говоря. В общем, купаются собаки, купаются люди, и в каком-то месте я увидела, как купаются и лошадь тоже. Вот этот флаг, это карнавальный флаг, это Бурламаку, именно тоже Виареджо, это город Виареджо. И здесь на шапочках у этих вот бабушек, ну как бабушек в возрасте, они тоже вот такие смелые, написано «Se hai freddo, stai a casa». То есть, если тебе холодно, сиди дома. То есть, если тебе нормально, значит, вместе со всеми ныряй. А если холодно, значит, сиди дома. То есть, здесь вот именно флаг Виареджо этого города, потому что нигде в Италии вы такого не увидите. Этот город замечательный тем, что здесь веселые люди, жизнерадостные. И здесь и карнавал, и вот такой заплыв оригинальный, который ну нигде не увидишь. Мальчик не хочет отпускать маму, но она все равно ныряет. В общем, 12 часов дня ровно заплыв в Виареджо, дорогие мои. Необычайное зрелище. Это очень весело. Даже тем нам, которые это дело наблюдают. Представляете, тем, которые туда нырнули. В общем, здорово. Но они там еще немножко и пританцовывают, потому что действительно у всех хорошее настроение. Посмотрите, как здорово. Посмотрите, какая это красота для всех. В общем, тем более, что когда, так сказать, за компанию не только можно выпить хорошо, но и окунуться в море. То есть компания есть компания. Тем более, что 1 января, когда уже поели, попили, наелись всяких сладостей, наелись салатиков. Ну, салат оливье, наверное, в Италии на Новый год не едят. Как я вчера показывала видео новогоднее, они едят чечевицу и катекина, вот эта вот типа колбаса такая жирная. То есть, чтобы была удача на Новый год, и деньги, и сладкая, жирная такая жизнь. В общем, чтобы всем было хорошо. Дорогие мои, еще раз вас поздравляю с Новым годом, уже наступившим. И, конечно же, сегодня желаю вам всем здоровья, мои хорошие. Самое главное – здоровье. Как вы будете его делать своими руками, конечно, это зависит только от нас. Только от нас зависит, какое у нас будет здоровье. Либо мы будем купаться весь год, несмотря ни на что, либо мы будем диету какую-то соблюдать, либо будем водку пить. Это у каждого свое. У каждого свое здоровье и у каждого своя, так сказать, диета. Ну, а вот у меня сегодня такое веселое видео. 1 января. Виареджо занырнула в море. То есть моментально в море. Вот так вот отмечаем в Италии мы сегодняшний день. Сегодня первый день. 2020. Ну, а еще было приятно, потому что встретила свою подругу, которую не видела целый год. И мы тоже принялись сделать фотографию совместно. Вот она, моя красавица Наташенька. Дорогие мои, счастья вам, здоровья, радости, любви, мирного неба над головой. Всем нам. Не только в России, в Италии, на Украине, в общем, во всем мире. Поэтому желаю вам еще раз здоровья, счастья, радости, любви.
Ну и, конечно, с Новым годом! С Новым годом, который нам все это дело принесет. И здоровье, и удачу, и вот такие групповые заплывы. С Новым годом наступившим! Счастья, радости, любимым, мои хорошие!